А еще в Красноярске появится многоуровневая парковка. Первое парковочное чудо возведут вблизи МВДЦ «Сибирь». Подготовительные работы уже проведены. Проект будущего сооружения готов. Возведением объекта будет заниматься крупнейший красноярский застройщик. Техника появится на площадке уже в начале весны. По предварительным подсчетам, новая парковка рассчитывается на 1000 машин и снимет напряжение среди автовладельцев в микрорайоне «Взлетка». Строительство планируют завершить к концу года.